Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Нового Уренгоя, который угрожал главе города расправой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в интернете появилось видео, где Муса Мамедов угрожал главе Нового Уренгоя Ивану Костогризу. Вооружившись топором, Мамедов записал видеообращение. Кроме того, привлек к участию своего сына, в чьих руках находится нож. Уголовное дело возбуждено по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Будет также дана оценка за привлечение к участию в обращении несовершеннолетнего. Это не первое выступление Мамедова. Он уже обращался через объектив камеры к представителям власти, которые, по его словам, незаконно выселяют его из квартиры. А недавно предпринял попытку самоубийства и грозился спрыгнуть с балкона. За угрозы в адрес главы администрации мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.